В очередной раз ВТБ был привлечен Центробанком к ответственности за административные правонарушения. На этот раз за незаконную работу с кредитными историями, аналогично тому, за что банк был привлечен в прошлый раз, штраф, грозящий банку, составляет от 2500 до 50 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу. Подробнее на нашем сайте в разделе «Новости».